Добрый день. Я Анвар Курманакаев, председатель Международной организации Высший совет ногайского народа. Приветствую всех участников Всемирной конференции Чукесской. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы с хорошим результатом, чтобы мир наконец-то услышал, увидел о зверствах, которые творила руссофашистская недоимперия, как уничтожались целые народы, крупные и малые, и их земли заселялись колонизаторами. Пришло время зарплаты, это расплаты. Мы, коренные колонизированные нации, объединившись в единый кулак, уничтожим это зло мирового масштаба под кодовым названием Россия. Заберем свои земли и построим свои государства. Благодарю за возможность сказать слова приветствия всем национальным движениям, которые ведут борьбу за свою свободу и независимость. Благодарю за внимание.